поздравляли с новым 37-м годом. Поэтому я хочу у вас спросить, нам нужен 37-й год? Или, может быть, нам нравятся все эти обыски и задержания? Может быть, мы получаем удовольствие, когда к нам приходят домой сотрудники полиции и забирают наши деньги, вещи и тетрадки с сочинениями? А может быть, нам это все не нравится, но мы боимся и сидим дома и не выходим на улицу? Мы выходим, потому что мы граждане России, мы свободные граждане России. Я думаю, сегодня мы прочувствовали, что мы граждане, что мы вместе, что мы сильны. Согласны?